Получить исчерпывающий ответ на любой правовой вопрос в течение нескольких минут и знать, что делать дальше. Так вкратце звучит концепция новосозданного центра правосудия в Киевском районном суде. Авторы проекта говорят, что помимо консультации обратившимся помогут составить заявление или жалобу в конкретное ведомство. Выслушали людину, после чего установили диагноз, запитуємо людину, чи потрібно від вашого ім'я написати заяву, скаргу чи звернення. Людина каже, да, потрібно. Співробітник цього центру готує заяву, скаргу, звернення. Після чого запитуємо особу, чи записати вас на прийом в дану установу. Да, людина каже, я прошу мене записати. Телефонується відповідальній особі, відповідальна особа в Одеській міській раді, прокуратурі, поліції, медіації, вторинній допомоги піднімає слухавку і записують людину на ту дату, яка зручна для людини. Проект создан при поддержке США в рамках профильной программы USAID, поэтому стандарты работы Центра правосудия заложены на мировом уровне. По мнению иностранных специалистов, главная задача Центра – показать гражданам, что такое верховенство права. It's enshrined in your constitution at Article 8. Верховенство права згадується і прописано в Конституції України у 8 статті. But if you ask the ordinary citizen, they probably don't understand what it means. Але якщо запитати пересічного громадянина, то можливо він не скаже, що це означає. What this Community Justice Center is doing and will do is demonstrating what the rule of law means in action. І от саме цей громадський центр правосуддя, саме те, що він буде робити, якраз і покаже, що таке верховенство права в дії. Сам же центр – это отдельное помещение в Киевском суде, в котором прием ведут сразу несколько практикующих юристов каждый день, кроме выходных, с 9 до 16 часов. Для контроля за качеством услуг и эффективностью каждого специалиста используется специальная программа. Механика обращения за правовой помощью очень проста, говорят в центре. Человек заполняет анкету, и после этого администратор направляет этого клиента к одному из специалистов, в зависимости от специализации. То есть выясняет его, суть его вопроса коротко, и в зависимости от специализации специалиста перенаправляет его. Это может быть адвокат, медиатор, психолог, кто-нибудь из ученых, ну то есть в зависимости от проблемы, которая возникла у человека. Консультация длится примерно 20-30 минут, если это требует такого времени. Центр заключил несколько партнерских соглашений с силовыми ведомствами области и с другими центрами правовой помощи. И каждый обратившийся после первой консультации может быть направлен туда соответствующим запросом без традиционной очереди. Первых клиентов в центре ждут уже завтра. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».